Табельная цеха 37 напоминает оранжерею. За папоротниками, розанами, фикусами табельщица Альбина Болохова успевает ухаживать, ведя табель учета всего цехового коллектива, а это более 400 человек. Кузнечно-штамповочный цех по численности не самый большой на ВСМПО, но табель учета рабочего времени ведется одинаково строго, утверждает старший табельщик Альбина Болохова. В нашей работе точность важна. Ну, чтобы смены у человека соответствовали его действительной работе. И выходные, и смены, когда пошел в отпуск или заболел. Самое главное вот это вот в работе, ежедневный учет рабочего времени. Усложняет работу табельщиц наличие многочисленных графиков. Самые распространенные – 5-2 и 3-1. Но в цехе есть работники, например, технологи, которые трудятся со вторника по субботу включительно, а отдыхают в воскресенье и понедельник. И за всеми нужно проследить. Ответственность и организованность – это, пожалуй, главное качество табельщиков. В 37-м их смены начинаются на пункте приема и выдачи пропусков. Чтобы выдать пропуска работникам, которые идут с ночи, тут же собираем пропуска, которые, значит, идут с утра, разлаживаем в коробочку. Уже когда работники все ушли, мы эту коробочку с табелями забираем, уходим наверх, и дальнейшая работа происходит там. Оформление отгулов, увольнительных, донорских, вся документация также возложена на табельщиц. Большую часть своей рабочей смены, которая по воле случая табельщики сами себе же и представляют, женщины проводят в рабочем кабинете. Если вдруг задержался работник и вовремя не успел получить пропуск, придется самому идти к табельщице. Впрочем, любые вопросы, связанные с учетом рабочего времени, в этом уютном кабинете решаются без проблем. Недаром портрет нашей героини украшает цеховую доску почета.